Всем привет, ребята, с вами Наташа, и я снимаю еще влог. Я не знаю даже, может быть, это будет влоговый канал, потому что у меня уже прилично влогов. Вот. И у меня 4 подписчика. Я надеюсь, что вы наберете хотя бы 5 подписчиков. И также подпишитесь на мой Instagram. Он будет на руке. Вот. И подпишитесь на Instagram моей мамы и мой. Ну, мы там указываем вместе. Тоже название будет на моей руке. Ссылки оставлять не буду, потому что это больше времени снимаю. Вот. Еще я купила себе новую палатку. Она стоила 500 рублей, ребят. Я покупала ее в обычном кораблике, просто заехала в 500 очков. Прикиньте, она стоила 500 рублей, а ценник указывает, что она стоила 300 рублей. То есть это в 2 раза больше. Я даже не знаю, как это будет. Какие мира? На самом деле это графин, как и графских, если подключиться. Смотрите, это мордочка мини, а вот куки, она все время в кубке спит, видите? Это другой освещенный клубочек, другой знак. Вот так вот выглядит клетка. На 2 клетки это засунем. Мы там этой клетки. Ну вот смотрите, было все равномерно. Посмотрим, что делает Лена. Что делает Лен? Лен, что ты делаешь? Я хочу посмотреть. А если куки погладить, то она не проснется. Господи, она умоляет, а чтобы она не проснется. Видите, вот я пальцем поглаживаю, и она... Да, тут вонючий запах, это ты. Я покажу. Сейчас. Посмотри в камеру. Что-то она не хочет смотреть камеру. Она вот смотрит. Я же полочка тут такая вот. И я сейчас вынесу вам мои сувениры. Это сувенир. Да, можешь смотреть. Да. Это сувенир из Дубая. А это, ну, лично мой сувенир из Турции. Да, это лично мой, потому что тут он даже написано мое имя по-арабски и по-русски. Араб? Да. А это просто такой брелок себе купил. Это на тот случай, если я потеряю брелок от зайчиков. Ну и просто так для красоты. Ну, короче, это полочка всяких сувениров, фотографий. Такая вот полочка. С вами была Наташа, и всем пока!